Всем доброе утро. Мы опять гуляем по лесу. Мы, это я и мои палки скандинавские. А я решил свой режим немножко поменять. Я теперь ем не с 10 до 10, а с 9 до 9. То есть первый прием пищи в 9 утра, последний в 21:00. Поэтому время прогулки у меня сдвинулось. Если я раньше где-то в 11 выходил, сейчас вышел в 10. Вот сейчас погуляю где-то полтора часа. В 12 у меня будет второй прием пищи. Вот, погода отличная, снежная. Солнышко на улице. Я уже и белку видел, и дятла видел. Народу меньше в это время. В общем, все прекрасно. Так что давайте, присоединяйтесь, выходите на улицу, не лежите на диване. Как доказано врачами, диван худший враг, хуже, чем даже сигареты. Поэтому давайте, палки в руки или просто руки в руки, и вперед на улицу гулять, наслаждаться свежим воздухом, физически нагружать себя чуть-чуть. Ну и, конечно, давайте питаться правильно. Подписывайтесь на мой канал, пишите вопросы, пишите комментарии, пожелания, делитесь моим каналом с другими людьми. Давайте, чем у нас больше, тем быстрее мы добьемся нужной цели. Всего доброго, но я еще вставлю кое-что сюда чуть позже. Это кто это там у нас в кормушке хозяйничает вместо птичек? Белочка. А кто-то мне вчера говорил, что белки в это время должны спать. Ну, неправда, вот они создают конкуренцию синичкам. Так, спугнул я белочку, что-то она... решила из кормушки выйти. Все, убежала куда-то. А вот и дятел. Вон он. Красавчик какой.